Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Так, ребятки, всем привет. Сегодня стало известно, что Elephone снижает цену на свой Elephone S3, безрамочный телефон, до 10 тысяч рублей, а именно 150 баксов уж будет стоить. Круто, блин, по дешевке можно затариться. Владельцы смартфона с большими диагоналями дисплеев часто сталкиваются с неудобствами, из-за которых держать устройство столь большого размера становится утомительным. Увеличить комфорт от использования больших смартфонов призваны дисплеи без рамок. Помимо этого, смотреть фото и видео, а также сидеть в интернете с таким дисплеем намного приятнее. Именно безрамочный Full HD экран стал ключевой особенностью 5,2-дюймового Elephone S3 в честь праздника Цисидзе какой-то, китайского аналога Дня Святого Валентина. Смартфон доступен со скидкой более 3000 рублей. Только 9 августа 200 экземпляров Elephone S3 можно приобрести менее чем за 10 тысяч рублей. Elephone S3 оснащен 5,2-дюймовым Full HD экраном, 8-ядерным чипсетом MediaTek MT6753 с частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ ОЗУ, 16 ГБ накопитель с поддержкой карт microSD до 128 ГБ, 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера. За связь отвечает 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G LTE. Автономную работу обеспечивает аккумулятор объемом 2100 мА. Функции быстрой зарядки. Так, с функцией быстрой зарядки MTK Pump Express какой-то. Из коробки устройство работает на Android 6 Marshmallow. Еще одним приятным бонусом от компании Elephone стал розыгрыш смартфона Elephone S7 в честь Олимпиады 2016 года. Так что все сейчас на сайт Elephone затариваться телефоном, елки-моталки, пока еще цена низкая. Так, а вот мы в магазине Elephone. Итак, смотрим, у нас здесь, ух, наш аппаратик. Вот картиночки можно посмотреть. Вот такой вот розовенький, золотой цвет. Потом, что у нас там еще? Серебристый такой вот. И темно-серебристый, такой грей, наверное, какой-то. Так, у нас здесь пластик-ковер есть за 6 баксов. Потом Templess Guest. Glass, это у нас, походу, защитное стекло, 8 долларов стоит. И 32-гиговая флеха, 10 баксов. Ну, флеху можно, блин, и по месту купить. Не так уж они сейчас дорого и стоят. Тут у нас спецификации, конечно, мы уже все их знаем. Так, у нас тут камера от Sony на 13 мегапикселей. Ну, в общем, так, и 2,5D стекло, это классно. Так, сканер отпечатка есть у нас. Вот цена у нас 149,99. Так что все бегом затариваться. А вот магазины, где их можно купить, эти телефончики. Тут, походу, тоже, наверное, со скидочкой. Сейчас мы перейдем и посмотрим. Elephone Store, Fox, так. Зайдем в Cool. А ну-ка. А здесь нифига не со скидкой. Здесь $180. Ну, как бы скидка есть, но небольшая. Вот, а на официальном сайте скидка нормальная. Том-топ тоже 180 баксов. Так что на официальном сайте надо затариваться. Ничего себе, вот у нас тут Add to Cart. Сейчас мы класснем, посмотрим, что нам там выдаст. Так, цвет. А цвет надо бы... Please select color. Ага, цвет надо выбрать. Хорошо. Выбрали цвет. Тут у нас сейчас определяется. Посмотрим, что у нас там за данные вводить надо. Так, как же тут оплачивается? Ух, как долго думает, конечно. Ну, вообще, телефончик прикольный. Но только единственный минус у него это, блин... Небольшая емкость батареи, 200 мАч, ну это, блин, ну очень мало, как бы. На день, в принципе, должно хватить, ну, хотелось бы побольше, хотя бы 3100 мАч, то это было бы круто. А 2100, это маловато. Так, тут у нас P8000 со скидкой продают, S2, M2, все у нас со скидочками, вовни. Так, смотрим, ага, вот у нас надо вводить данные нашей карточки. Так, покажем оригинал, continue shopping, так, leave message, тут мы message пишем, что нам там надо, так, total, process to checkout, окей, ну ладно, это я все заполнять не буду, короче, тут у нас вот чехольчик такой прикольный, слышь, ничего себе, нормально,
Прикольный чехольчик, так солидно выглядит. Окошко такое еще классное. Тут еще беспроводная зарядка продается. 18 баксов стоит. Для, 19 даже для P9000. Ну да ладно, не за этим мы здесь. За телефоном. Так, так. S3. Вот такие вот дела. Так что заходите, покупайте, не стесняйтесь, ребятки. Всем пока, подписываемся на канал.